Губернаторская елка прошла во Владивостокском государственном цирке. В ней приняли участие более 1600 ребят из разных городов и районов края. Дети в костюмах рассказывали Деду Морозу стихи и водили хоровод, после чего их пригласили в зал. Этот праздник существует 300 лет в календаре. Значит, праздник на дворе появился при Петре? Как там было? Кто подскажет? Заглянуть вы в старину. А давайте мы расскажем. И расскажем, и покажем вам историю одну. Зрители вместе с героями шоу оказались в петровских временах, чтобы узнать, как Петр Великий изменил главный праздник года. Интересная программа «Быть посему» от Росгосцирка была воплощена в акробатических элементах и иллюзионных превращениях. После представления ребята получили новогодние сладкие подарки от губернатора Приморского края. Артем Белов, Елизавета Драгомирова. Новости на Восьмом.